Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. В Новосибирске 7 августа кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха составит плюс 15-17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 24-26. В последующие двое суток дожди, грозы. 8 августа ночная температура плюс 15-17 градусов, дневные часы ожидается плюс 23-25. 9 августа в темное время суток 14-16 тепла, днем столбик термометра достигнет отметки плюс 22-24. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. Желаю вам отличного дня!